Поворотные моменты истории. Около 140 лет назад столица объята языками алого пламени. Этот пожар, уничтоживший большую часть столицы, возник в результате инцидента Кимон, взбудоражившего общество в конце правления Бакуфу. Повод для инцидента Кимон создал 25-летний самурай из клана Тёсю Кусака Гэндзуй. Кусака Гэндзуй — гений из Тёсю. Известный полемист Кусака Гэндзуй был первым учеником в школе Сёко Сондзюку, который руководил Йосида Сёин. Выдающийся деятель периода Бакумацу Такасуги Сенсаку считал Кусаку своим старшим братом. Кусака подтолкнул к решительным действиям Сакамото Рёму. Вот таким человеком был Кусака Гэндзуй. В ответ на угрозу черных кораблей, нарушившую дремотную изоляцию страны, именно клан Тёсю начал движение «Долой варваров», пытаясь организовать вооруженное сопротивление иностранным государствам. Кусака был молодым предводителем войска Тёсю. Для того, чтобы противостоять сильным западным странам, необходимо было объединить Японию. Кусака развивает бурную деятельность в столице, чтобы побудить к действию императорский двор и аристократию. Но тем временем оспаривавшие ведущую роль при дворе кланы Сацума и Айдзу организовали заговор, и император издал указ изгнать клан Тёсю за пределы Киото. Мнения представителей клана Тёсю разделились. Одни считали, что для восстановления доброго имени необходимо послать в столицу войска, другие были против. В это время врагом Тёсю был клан Сацума. Явив незаурядные лидерские качества, Сайго Такамори из Сацума создал союз с целью разгрома Тёсю, причем численность его объединенных войск в десятеро превышала численность войска Тёсю. Кусака вынужден принять решение. Что делать? Отважиться на бой, заведомо обреченный на поражение, ради того, чтобы разъяснить двору свои истинные намерения, или покорно подчиниться давлению союзных войск? Первый год эпохи Гэнди, 1864 год, клан Тёсю посылает войска в столицу. Однако надежды, которые возлагал Кусака на эту вылазку, потерпели крах при неожиданных обстоятельствах. Войско Тёсю вынуждено повести трагическую битву против армии Бакуфу и союзных армий разных кланов. И здесь история изменила ход. Сегодня мы расскажем об инциденте Кимон, трагическом событии, во многом изменившем ход истории в период Бакумацу, а также о трудных решениях, выпавших на долю Кусаки Гэндзуя. Бакумацу — пожар, уничтоживший Киото.